была полтора года. Меня никто не ждал, а что ли не сбавляло хода. Когда в Чикатило ехал в Ростове детей, я с опаской смотрел на незнакомых людей. Когда в Чернобыле была ядерная зима, у меня была еще хорошая память на имена. Там мы стояли около Белого дома, я в Ростове наблюдал, как дерутся два соседних района. Когда в 90-е делили природные ресурсы, я учился в школе и был даже не в курсе. Страна выбирала Ельцина оба раза, а я на химии изучал разницу между нефтью и газом. Страна возможностей определенного круга людей, время слабых решений, небольших идей. Потом, вручая дипломы в университете, декан сказал нам, мол, простите, дети, не знаю, кто кем станет и куда пойдет, перспектив нет, надеюсь, это пройдет. И жить проще уже совсем не получается, за будущее страшно. И мы теряемся в толпах людей, разбросанных по городам. Мама, папа, привет, не знаю, как вы там. Я был на Болотной площади, я выступал на Сахарова. Было много разных мыслей и чувство страха, что ни к чему хорошему нас это не приведет. Но история двигается и двигает нас вперед, кому-то на привод. И кто-то сомневается, да я и так в курсе, что дерьмо в жизни случается, сдают нервы, я тоже понемногу сдаю, все больше говорю в песнях и меньше пою. И думать о судьбах Родины я тоже устал, здесь хорошего финала мне никто не обещал. Так в чем же смысл ждать конца света, как холодную осень после жаркого лета? Ведь жизнь бессмысленна, если так жить, ты бросаешь курить, чтобы в итоге запить. И какая разница, какие цели, если двигаться медленно, еле-еле. Какую надежду тебе внушает вера, последнее прибежище лицемера? Мне страшно смотреть этой правде в глаза, но смерть — это уже навсегда. Куда уходили твои жалкие годы? Вступление этой песни стали частью коды. История не имеет обратного хода. Сейчас зима 2016 года, и если жизнь игра, и мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем. Если жизнь игра, и мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем. Если жизнь игра, и мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем.